Всем привет, это Серега Терри, это Forza Horizon 5, режим выжималы. Вот, я снимаю это дело все вечером 29 числа, так что с наступающим праздником, днем календарной весны. И, соответственно, завтра стрим, но серия выйдет, конечно же, позже, но это мало кого ебущий факт. Вот, и сейчас начнется серия, посмотрим. Поглядим, что в этом зоопарке изменилось или не изменилось вовсе ничего, блядь. Но у меня особо, конечно, нету этих, как сказать, веяний на то, что что-то будет хорошо. Но вдруг, ну не знаю, посмотрим. Ну да. Что-то особо ничего много не звучит, не жужжит. Печалька. А, ну там он слева есть. Слева есть, а еще левее. А, о. О, ничего себе, блядь. Тоже Вася девятку нашел. Вован, ёпты, блядь. Ты чё, бля, охуел? Да. S1 идет нахуй. Карера туда же. Блять, насмотрелся. Там он еще дальше дроп есть. Ну хуй да. О, пойдет, блять. Вот это говно нам надо. Ну, понятно. Пойдем друг туда посмотрим. Ну, чисто ради интереса, блин. Никого вообще сзади нет. А тут, блядь, около себя, ну, понятно. МБГТ у кого-то. Там, по-моему, еще дроп был, если мне память не изменяет. Да. А там, блядь, столько какое-нибудь говно, за которое я просто так ехал. Бля, ну очевидно, малой нашел, блядь, пинхалы чола. Угу. Молодец. Не знаю, кто это, но рад за него. Опа. Блин, скоро ничего сейчас заебает. Ну ты чтоб туда ехать, получается. О! Неплохо так приземлился. Ой, ты мой сладкий, ты еще на меня едешь, а? Какой ты хороший. Еще и Цуру. Амир АМГ М5, блядь. Определись ты кто, блядь. Амир АМГ или М5? Так, ну тут очевидно, Калашников отъехал. Не знаю, кто это опять же. Но гусеника. Так, справа поехать, блядь, или слева? Бля, наверное, все-таки слева надо ехать. Так, вырулить бы по-хорошему. Ой-ой-ой, задость меня как-то очень сильно. И что надо на семерку? Надеюсь, что это вкусненькое. Феррари. Угу.
Ой, бронка еще едет. Неплохо. Возможно, минус семерка. Ну, походу, да, минус семерка. О, Феррари, да, Роу заебало. Я, блядь, ты что, не поедешь туда ее брать? Ты что, блядь, приколи? Ты в натуре приколись, что ли? Чел уехал от семерки. Вот это да. Так, ну вот я на восьмерке уже. Так, Rockstar, ну похуй. Пляшем. О, Колден Полтери. Что-то я не заметил его, что он есть. Мазерати у него, понятно. Малой отскочил. О, Ламба. Красивая. Так, опа, стопе. Не обманывать меня. Ты что, Вольво, что, блядь? А, ну да. Бруни его... Что, блядь, короче, какой-то поляк, блядь. Ой-ой-ой. Что это, блядь, ДТП не случилось? Куда он поехал? Ну ладно. Наверное, в Польшу поехал. Видимо, она в той стороне. Так, ну чё? Полтин полтри, блядь. Что-то пишет good luck. А он пишет это, когда проигрывает. Обычно. Да. RSX это, конечно, хорошо, но, блядь, не по прямой. Так, ага. Ну, понятно. Сейчас посмотрим. Ты чё, блядь? Inspiration какой-то там. Так, ну чё, поехали тогда, с тобой. Опа. Не ожидал, что девятки тебя вызовет. Попёрли. Ну, дорожечку выезжаем. Блядь. Ты пидорас, блядь, выходит, а? Да, блядь, без изменений в зоопарке у нас, блядь. Ну, ёбаный... Ты пидорас, а? Ой, чтоб тебя, блядь, волки выебали, а? Кусок ты, блядь, говна. Так, понятно, первая сессия вот из этих уёбков заканчивается, ребята. До свидания, блядь. 41 драйвер, блядь, был. Фу, блядь. Я хер знаю, блядь, это комментировать, но... Блядь, я, сука, только зашел, блядь, твари вонючие, блядь. Вот, ну, сука, ну почему, блядь, не может быть нормальной сессии, блядь? Вот показать, что все хорошо. Где он? У меня вообще есть этот полдри, блядь? Или нет у меня его? Хотел ему написать, что у меня тоже этот пидор выбил. По-моему, был где-то, бля.
Да. Слов нет, одни эмоции, бля. Я реально, блядь, я не знаю. Всем поебать на эту игру, блядь. Вот выйдет любая другая гонка с открытым миром, я в пизду это заброшу говно точно, блядь. Вот прям 100%, блядь. Потому что это кончит, а прям и скончит, блядь. Пускай кто мне говорит, ругаешься, не ругаешься, да плевать мне, блядь. Не нравится наш мед, ебите ваших пчел. Так, что тут вторая сессия? Ну там что-то вдалеке есть, даже два дропа. Блин, я хер знаю, я не знаю, как это все, блядь, рассказать, пересказать. У меня, блядь, душа кипит прям, блядь. Блядь. Golf Air, отлично. Есть какие-то варианты? Берем. Вот так что. Арена шринкинг. Мазерати, да? Али, Газия, мам, что-то там такое. Не хочет там. За мной он, походу, не хочет ехать. Или хочет, хочет. Ага, ты утырок, блин. Ну, поехали, покатаемся. Тут что у нас? Понял. R6 то же самое, что и Гуль. Так что в пизду. Пролин только получше, наверное. Вот так. Ага. S1, кто-то взял, а. Да что, здесь что взяли? Блять. Ладно, S1 тоже такой себе автомобильку. Ой, блядь, на стадионе убрались это говно. Ёбаный рот, и мусор не летает над этим, над стадионом. Как же круто, блядь. Так, надо на противоход надо брать этот, блядь. Мазерати. Ах ты, блядь, хитрый какой, а? Ах ты, блядь, хитрый, смотрите, он меня хочет... Ах ты какой, вот ты какой. Ладно. Второй раунд, блядь. Первый ты выиграл, допустим. Думаешь, я маленький, да? Вот так. Ну-ка, разворачиваемся. Блять, вторая передача, сука. Поехали. Ну вот, в принципе, вот такие вот обычно и можно выигрывать. Главное сейчас в дорогу выехать. Определенно. Опа, вот так вот, оп, карту. Ага. Оп, давай, давай. А что здесь налево, нахуй? Не хочу я там в объезд ехать. Бля, Гольф офигенная машина, управление у меня пиздатое. Вообще можно любую тачку сделать, блин. Ну, если по ходу движения, я имею в виду, если против, ну, пизда он остался там. Давай, наберешь. Скажешь там, как в новой сессии будет. Вдруг что найдешь? Ну, я здесь какой-то там. На семерке уже.
А я здесь, а я тут, блядь. Так, ну мне тут мазик перепал, я так понимаю. И там что-то прямо ехало. Сейчас посмотрим. Что дадут? Что дадут? Как вы думаете? Мазерати или Велостер? Подумал, может быть, Вальвас взять. Ой-ой, X5. Так, вот это кто едет? А мы можем дроп там посмотреть. Посмотреть дроп, значит. Ого, он уже улетел, до свидания, вот опять Калашников. Он снова со мной. Он меня снайперит. Так, ты чё, Порш второго уровня? Давай гоняться. Я ж тебя не отстану от тебя. О, блин, ще... Не... Ой-ой-ой, вот это меня развернуло прикольно. Обратно, спасибо большое. Сейчас просто в дорогу выезжаю, чувак походу не шарит. Так, сейчас просто выехали прямо, потом направо и все, и в принципе финиш. Он уже сейчас поймет, что он поехал неправильно. Уже понял. У меня кошка заебала уже, а? Сейчас ее отпишу, блять. Ну вот и все. Экзакет. Экзакет, экзакет. Так, где бы кого бы найти тут, чё? Ты кто? Бронка. Она. Ага, понятно. До свидания. Он в гонке. Он док. Так. Опять в гонке. О, кто-то есть. Кто-то есть. Поехали. Ой, еще кто-то есть. Поехали. Отлично, блядь. Сука, отлично. Гонка не стартанула. Походу я, блядь, сейчас приеду на финиш и буду стоять, куковать и ждать, пока этот тип приедет. Походу я проебал, блядь. Бля, что за серия будет? Вообще шикарная, блядь. Просто шикарная. Просто трындец. Давай, удачи. Может быть, выйдет. О, блядь. Это получается гонка закончена, что ли? Я что-то не понял. Блядь, ты где есть? Не отвечаешь мне? Вот так, ой, нет, да. Поехали. Метрошка понеслась куда-то. О, блядь, дерево, опять дерево, снова дерево, всегда дерево. Так, вон чувак едет. Надо на нем проверить.
Чё-то я так понимаю, что я в баге стал. Ну, понятно. До свидания. Хотя игроки видно, игроков. О, чувак, давай я тебя подтолкну, блядь, подтолкну давай. А, похуй. Исчезли. Вот цена одного врезания. Блядь, ну что делать, блядь? Сейчас вот просто ехать, ждать финала, блядь, и просто финиш менять. Я хуй знаю. Просто, блядь, ради, сука, того, чтобы вот... Ну да, все, он замочек, блядь. Я в гонке остался. Будем заниматься херней тогда. Получишь, не получишь. Ну, в принципе, пофигу, какая разница, блядь. Тут уже реально ловить нехуй. Сессия просто бомба, блядь. А, вызвали этого, блядь. Кандога выбили. Митрандир. Вылетел. РС-7 тут сейчас появится, да? Ого, ну да. Угадал. А ты читеришься? Говорю, хуйней заниматься. Ну что осталось еще делать реально, бля? О, собака, извини, не буду тебя наезжать. Собака на кошку похожа, бля. Остался их дрифтовать, блядь, и просто кататься по полям. Машины рассматривать, блядь. Блядь, ну конечно же, ну конечно же, блядь, будет сейчас восьмерки, десятки, нахуй, блядь, до свидания, блядь. Все можете подбирать, блядь, удачи, блядь. Угу. Больших вам удач, блядь, товарищ Макар, блядь. Степанити десятку находит. Ой, да, это навыбивал себе. О, трекхок. Угу. Интересное транспортное средство. Ставим, курим, не палимся. Хотя, блядь, похуй. Можно и прокатнуться тут. Так, это кто? РС-7, ага. РС-7 тут. Потом еще одна РС-7, ни хрена себе. АМГ-1. Вот это да. Так, 13 секунд. Ладно. Надо попробовать не забыть. Так, что за мной едешь? А ну-ка нахуй пошел. Я тут обалуюсь. Ну, зачем я еще кого-то выбил? Вот так, ну-ка, видим в обратную сторону. Так, ну бля. За 10. А, бля, 10 это много. Тупанул, 13 же было, ладно. Да пофигу, короче, уже проебал, так проебал. 3, 2, 1. Пошло все нахуй. Да ладно. Ну, круто. Круто, ребята, круто.
Ой, блядь. Это какая-то вакханалия. Я просто в ахере, блядь, с этой игры. Я не знаю, тут такое ощущение, что как по квесту надо проходить, чтобы выиграть, блядь. Вот тебе выпало какое-то говно, блядь. Ну, вот на нем катайся, блядь, и вот это вот, чтобы получилось у тебя, блядь, сменить финиш. Типа, блядь, ну, у тебя какие-то эти, как сказать-то, контрольные точки имеются, которые ты не имеешь права там пройти с тем-то или с тем-то, блядь, каким-то алгоритмом. И вот пока ты наберешь этот весь алгоритм, чтобы у тебя все совпало, бля. Так, тихо-тихо. Опа, проехал. А, хуй там, блядь, деревья это, конечно, помогут, блядь. Вернее, палки. Хуй тут проедешь просто так, бля. А, ну, блин, ну естественно. Блядь, даже близко нету, просто близко даже нет. О, первые палки увидел. Так что если какую-то команду прошел, бля, написанную, можно сказать, то все норм. Если нет, то вот такая вот хуйня бывает, что, блядь, это проиграл и все такое. Как будто с ботами играешь. Так, поехали на базу. Я в ахере, блядь. У меня что, первый читак, вторая сессия забагалась машина Камара, которую нельзя смотреть назад, когда тебя вызывают. Запомните, блядь. Если ты смотришь назад и тебя вызывают, дудят тебе. Вот такая залупа будет. Но слава богу, хоть то, что сейчас можно финишировать, блядь, и забаговаться. А если, блядь, этот... Ну, что хотел сказать, если... Машинка маленькая, то все. Карачун. Также опять же финиш менять. Ну, блядь, такой себе. Кататься пол этого. Хоть одна, блядь, нормальная сессия, интересно, будет, блядь, или нет? Или все, блядь, говно и будет. Eliminator Starting Soon. Угу. А тут у нас что-то там есть, да? На церкви. Стартуем на церкви. Интересно, что там будет? Прям даже загадка для меня. Некая. И... PS6. Отлично. Отлично. Спасибо. Я поехал дальше. Вот Степаните опять со мной тут. Да я видел, что ты взял. О, Демирон. Демирон, привет! И Диман, и Мирон, и... Демирон, Демирон. Самый лучший на свете малыш Демирон. Это что-то из 2000-х. Хотя я был уже большой, но все равно прикольно было смотреть Ктапца. О, продолжение разговора. Продолжение разговора. Это, короче, я сохранился. И теперь дальше еду на этот. Ну, вы поняли. На новую серию, блядь. О, Эльчик. Эльчик. Блин, мне показалось, там Саня был. Или мне показалось.
Что я это пропустил этот момент, пока песни пел. Так, ну ты где там такой красивый? До дропа поехал. Не доехал до дропа. Видимо, там какая-то хуйня. Так, у меня он нахуй не нужен. Во, вот это другое дело. Вот это бери. Степаните. Сейчас мы тебя чуть-чуть вызовем. Или не вызовем, блядь, не знаю, посмотрим. Так, эльчик есть. Блядь, ну кто-то поехал, а? Обманул меня. Отлично, блядь. Просто паркуюсь как мудак, блядь. Запечатляйте. Да. Ты кто? Нет, не пойдет. А, тихо, не спугни меня. Бармалей. О, прикольно. О, а вот этот подходит. Кватрик не подходит. Кватрик, поехали. Он еще и сигналит сам. Молодец. Ой, вот это наебаловка. Че, это гараж, что ли, будет? Или что это наебаловка? Деревня наебаловка, это вот это вот. Запоминайте. Потом будете рассказывать, что это вы придумали. Пиздец. Чувак первый идет, что за хуйня? Pearl Jam, красавчик. Pearl Jam, типа того, наверное. Вот он я, уже завернулся, нахуй как... Кустрик. Так, тихо. Держим форму. Состояние. Ну, в принципе, тут все. Подняться, в принципе, осталось в гору. Ну, я думаю, он там не заедет совсем. Не то, что не заедет, но будут некие проблемы у него на этот счет. Так, а мы сейчас проедем, посмотрим еще дроп как раз заодно. Там я видел дроп. Ага. Ну, или так. Так даже будет быстрее. А, я намат. Porsche Cayenne Turbo. Ага. Менее классно, но... Ну, куда деваться? Раздает, надо брать. Опа, задняя. Нормально, все, передняя. Все, поперли. Так, два типа вот есть впереди, но слева еще кто-то есть. Ага, понял, до свидания. Так, рульнем. Все, тихо. Дерево, как я люблю. Так, вот два человека вот я вижу. Но не вижу, на чем они. А, вот еще один какой-то появился. Так, я понял. А, вон, все, вижу его. Поехали. Так, кто ты? Всадник апокалипсиса. Диван там кого-то выбил. О, ой, блядь, здрасте, блядь. А умеешь так делать? Сука, перевернулся как барашек, блядь. Так, что там? А, понятно. До свидания. Созвонимся, чувак. Езжай через гору. Удачи тебе, блядь, там, ну, хорошего настроения и всего такого. Ой, это я не туда нажал, извините. Жжж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 
Бля, какое ведро не едет, вообще пиздец. Ну, в принципе, 200 пойдет. Просто ужасно странно, он едет по этому. По, а, извините. Это мне поймать. Вот ты утырок, бля. Так, камушки не забываем, тут камушки лежат. По этому, по пересеченке он ужасно едет. Вот 160, ну куда это такое, блядь? Смешно, на уровне 4 уровня машины едет, блядь. Ощущение, что у всех стандартная скорость, блядь, для этого, для грунтовки. Если это не дорога грунтовая. Ракс одинаково едет, так перед деревом и налево. Опа, вот так вот. Ни-ни-ни-ни-ни. В замедленном действии, кому интересно проезжать здесь. Не благодарите, ребята. Диманыч. Это ты, Диманыч, или что? Думаю, надеюсь, что это не ты. Ламба такая блатная тут гоняет, а? Смотри. Ты чё, блядь, не дерёшься, а? Ты чего дерёшься? Так, ГТР. О, Саня, все, Саня видел, точно Саня есть. Значит, не показалось мне. Так, чудо, блядь. Что, поехали в гору. Ёлки-волки, критик. Так, ну-ка. Ёбана, зачем сюда поехал? Блядь, по идее должен вылезти. Ну-ка, давай. Сука, контент, давай, блядь. Опа, переживательный момент закончен. Отлично. У, блядь, я думал, сейчас не заеду. Димана выбили. Пилят. Ах ты, метрошку взял. Вот ты какая. Лоуд Мейпл. Сейчас мы тебя, блядь, найдем, Лоуд Мейпл. Так, что-то берем чуть-чуть левее. Потом правее. Потом кошачью жопу. 12 этих. Лошек. Так, Эльчик. Вижу. Так, чем берем? А, мы берем. Фиесту берем. Че, не получилось выиграть? А? Arena shrinking. Crazy Cookie выиграл. Ой, красавчик. Ой-ой, давай, созвонимся, наберешь. Все, до свидания. MG1, хорошо. Хуан Кампер какой-то. Какой-то Хуан Кампер. Зафиналился. Так, что, хочешь ко мне ехать? Ты кто, только интересно, расскажи мне, воин. Кто ты, воин? Поехали. А, ГТР. Ну давай, чё. Звони, пиши там, чё, как доедешь. У нас для вас вот такие вот новости. Так, панки мы брать, наверное, не будем. Дома не стоит. Подождем еще немного. Thank you.
Ну чё, пора, наверное, ехать. Такое ощущение, что там вот своё пати уже. Ладно, поехали. Там посмотрим, кто там, чё там. Опа. Опа-опа. Ой, чуть-чуть черканул. Так, это Ильчик стоит впереди, а слева Саня, походу, и... Ну да. Желтый дракон. Так, тихо нахуй. Не драться. Так, я погнал, давайте. Ой, дроп уехал. Хотел посмотреть дроп. Еху, привет. Так, за 19 поеду. Правда, с отхуёв, наверное, сейчас будет ехать, да похуй. Ехо-хо, и бутылка рова. Погнали, блядь. Бля, вот это я долбоёб. Бля, не туда повернул. Ладно, похуй, первая скорость, вторая. Бронко прыгал, смотрите, как. Там Эльчик ебанул по полям. Ну, вот этот Феррари прёт, получается. Ну, моя тачка что-то быстрее прёт. Блин, что-то скорость быстрее теряет. Заметно быстрее теряет, что стабильно идем. Одинаково. 240, 240. Ха. Вот 240 максимум. Надо, блядь, с этой, с открытой лавочки попробовать сверху так съехать сюда. Просто в этом. Во фрируме. Ну тут очевидно. Извините. Я до финиш лайн. Окей. Опа, есть песенка, финишируем. Элиминати, да. Что это второй раз подряд? Ну ладно. Так, раз, раз, фокус раз. Все, погнали, погнали. Дальше. В принципе, уже рядышком. Можно, в принципе, и доехать. А, блядь, не та игра, да? Ну ладно. Извините. Так, здесь, блин, ну, в принципе, неплохая гонка была, но, ну, я ехал, получается. Фанка бы там, наверное, лучше, конечно, себя показал бы, в любом случае, блин, быстрее бы проехал. Но неинтересно было бы. Так, ну тут что? Такое ощущение, что слева что-то есть возле церкви, но что-то я не вижу ни хера. Ладно, пофигу, поехали в церкви, а там потом решим. Там же справа было, в принципе. А там уж посмотрим. Как от этого плясать будем. От церкви. Хотя, блядь, не оскорбляли, ничьи чувства. Надеюсь, нет.
О, справа есть. Ага. Ничего нету. А кто это тут для меня респается? Что такое, блядь? Я не понял. Что за плагиатор? Так, нечестно, блядь, вот это вот прекращайте. Вот это, ну, это я не допереживать начинаю, выходит. Так, ну вот это мы забираем. Вот это мы забираем. Едем. А там какая-то точка есть справа. Да, эта точка есть справа. Этого мы забираем. Блять, сам такой же, блядь. Только вода дерево въебали. Ага, а, проехал, блядь. Куда ты поехал, да похуй. Созвонимся, чувак. Наберешь, давай. Ошибка там нет, не расслабляйся. А то можешь не приехать куда-то. Ну, в принципе, прямая через, наверное, в этом, в Теотиукане, наверное, финиш. Ну да. Все очевидно. Так, осталось только попасть туда. Жанжиха. Какой ник интересный. Возможно, какой-то некий читер. Так, берем правее, сейчас направо. Вот вот направо. Потом налево. Потом задом еще можем приехать, походу. Ну да. А че? О, это мне. Это все мне? Эти звезды мне. Точно не для этого, не для пинхала, блядь, не остановился нахер. Каен Турбо. Понятно, блядь. Все ясно. Там едет. Так, что за дроп? Ясно, понятно, блядь. О, блядь. А ты кто тут едешь, ебти? Ты кто, блядь? Ты кто, признавайся? Да ладно, good luck ему. А, ну да, он заебал. Сейчас тебе мяу сделаю, чтоб ты знал. О, мяу и поехал. Да, вот это тоже. Мы вот это вообще не умеем делать. Так, ну тут что-то много маленьких появилось, а толку, блядь, что-то я никого не вижу вообще. Мазеранте Леванте. Ну-ка, хорошо проехал лужу, офигеть, блядь. Ты кто, блядь? О! Гази, амази, хамази, блядь. Поехали с тобой. Блядь, никого вообще рядом нет. Вроде двойки маленькие какие-то были, блядь, а что вообще никого нет? Ку-ку, вы где, блядь? Клёпа. Тут клёпа какая-то есть. Так, надо на карту по дорогу больше смотреть. Супер шарк. Угу. Супер акула какая-то некая. Так, финиш, я так понимаю, там в этом в углу будет. У него. Да, сейчас дадим ему. На заход. Да, вот он, финишил. А, Альгази мама, это не тот ли, который, блядь, со мной ехал на Мазерате опять? А сейчас, блядь, прикол будет, он опять на Мазерате. В первой сессии. По-моему, это он. По-моему, это он. 21.09, 21 сентября. Пускай будет. Я календарь перевернул, снова 21 сентября. О, батат был. Был батат. Саня кого-то выбил. Поеду в объезд, блядь. Так, что там по картам въебался? Б,
Бля, я тоже еду, сплю, блядь. Да что ж такое? Ку-ку. Просыпаемся, блядь. Просыпаемся, меняем пеленки, обосрался, блядь. Вон, что-то упало, скорость в луже. Поглубже, видать, была. Так, ну и что мне дадут сейчас? Альгазимам. Альгазимам. Протрак, понятно, блядь. Ой, блядь. Мальчик лёпу выбил. Ну, по гонке, ёпарсота. Тут такая жужу. Жужу какая-то, бля. Ламба 8 уровня. Ну, а это кто такой? А что-то быстро несётся. Ой-ой. Ай, ламба, отлично, пойдет. Скурви ламб, ага. Правила моста знаешь? Ой, блядь, не вылетел нахуй с него. Ага, понятно. Понятно, чувак, давай созвонимся, что там, блядь, как дела, что, если надо будет, звони, там, телефон есть, цифра, он сзади на этом написано. На номере. Сайнов кого-то убивает. О, Мурзик. А, он Мурзика как раз выбил, походу. Тот, с которым я... О, ну, которого я видел. А может и нет, а может 7-й был. Так, так, так. Бля, ну тут что делаю, а? Что делаю, что творю? Ну тут, в принципе, все очевидно более чем. Я, наверное, скорее всего, беру 9-ку, блядь. Драхал Леттерман. Фредерико я... Ой, Фредерико, он этот эльчик вывел. А Фредерико на чем? А, МБГТ. Ага. Это просто значит, он маленького выбил. Да, блядь, вылазь отсюда. Еще две ламбы. Гулит. Гулит какой-то. А, здесь нельзя ехать. Я забыл, извините. Вот тут можно. Ну что, погнали? Чувак. Блять, тут тупанул что-то, блять. Забыл выезжать надо отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, ладно. Черкаша охуенно. И не туда, и не туда вообще. Блять, походу А, не проебал, походу. Что он вообще там перевернулся, походу. Походу, чел перевернулся, блять. Ебатня, да, откатило от этого. Отлегло, вернее. Отлегло. А что это было сейчас? Это что, первый уровень был сейчас? Я что-то не понял. Ладно, похуй. Ладно, похуй, что супершарк вылетел. Саня у нас на чем? На Фольксвагене. На Фольксвагене на Бетле. Так, зона еще большая. Может поехать кто-нибудь вдаль.
поснимать что-нибудь маленькое. Па, появился. Появился. Малорик. Малорик появился. Поехали. GHDS. Ага, гонка туда. Но вы меня за долбоеба держите. Вы меня за долбоеба не держите. Во, вот так вот. Ну что там, блядь, дайте выехать, блядь. Вот, гонка туда идет. Блядь, какой я бак сегодня только не поймал. Ебануться, блядь. И этот был. И из гонки вышел. Осталось только, блядь, картой, блядь. Ну уже не сделаешь карт. А, в другой сессии где-нибудь. Карту открыть-закрыть, блядь, перед финишем, блядь. Чтобы гонка так же забаговалась. Машины, вернее. Так все читеры, блядь, баги, блядь. Я не знаю, как назвать серию даже, блядь. Даже не знаю, пипец, блядь. Ой. Да, здорово. Блядь, я боялся еще, что меня вызовет, а он не вызовет же, я же в баге. Пиздец. Ой-ой, ты кто, блядь? Ну давай тебя потолкну, что ли, блядь? Ради прикола, блядь. Ой-ой, извини, я тебя в дерево потолкнул, блядь. Опа, блядь, перевернулся нахуй. Вот это другое дело. Ага, рейс, бля, вот это прикол. До сжатия очка осталось 9 секунд. Называется, блядь. Охренеть, блядь. Вот это был бы реально сейчас прикол, блядь. Так, Саня. Блядь, уже ехать надо. Блядь, ну не только мне эта залупа не нравится. Блядь, я не прям лучше бы я на MV1 поехал бы, блядь. Финал. Охуенно, блядь. 4 километра. Пошел я нахуй. Блядь, очевидно нахуй. Финиша нет. Ничего нет. Один из двух еду, если что. Первый из двух. Из двух. 4 игрока, один из двух еду. Так, левее, потом правее. И, в принципе, прямо. Так, тут левее, что выше. Ага. Так, а чё, блядь, Steam начал скриншоты делать? Чё за прикол такой, блядь? Блядь. Ебать, ещё лучше, блядь. Ну это пиздец. Ёбаное говно. Так, ну походу Эльчик выиграл, да? Так, ну что ж, ребята. Вот записали новую серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все такое. Вот я сегодня второй и все. До свидания. 5 выбитых. Всем счастливо, всем пока.